Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше сборку автомобиля Тайфун. Уже довольно много собрал. Особенно, что хочу, друзья, заметить. Аккуратно собирайте эти вот петельки. Если вы вдруг их сломаете, то запасных у вас будет всего лишь 4 штучки. Очень много труда ушло зачистить их. Зачищать пришлось с трех сторон. Каждую петельку, место среза и швы от пресс-форм слева и справа. Даже, наверное, с десяток штук было в небольшом облое. Как понимаете, зачистить примерно, если я не ошибаюсь, прошло довольно много времени. А потом аккуратно это все приклеить. Детали с ототравлением. Видео будет сборка, как я устанавливаю это все. Ну, фототравление клеил за кадром. Фототравление клеил супергелем цинокрилат. Также, как видите, склеил верхнюю и нижнюю часть корпуса. Все сошлось очень хорошо, без каких-либо щелей и без каких-либо проблем. Главное, когда будете собирать две этих части, внимательно смотрите, чтобы перегородки внутренние, одна находится здесь, одна здесь, чтобы они встали правильно в свои пазы соединения, и проблем у вас не произойдет. Довольно интересная, хорошая модель. Очень внушительно, красиво смотрится. И в сборке мне очень понравилось. Произведу на видео, вы увидите небольшую сборку. И после этого уже можно приступать к покраске. Как я и говорил ранее, в предыдущей части, через маленькие окошки в собранном автомобиле внутрянка десантного отсека вообще не видна. Только подголовники от кресел видно. Но если вы хотите показать десантный отсек, то можете транспортную заднюю дверь сделать открытой. Ну и не особо виден, если честно, и сам салон кабины. Если сделать стекла с зеленым оттенком, то я думаю, вообще сильно ничего не будет видно. Теперь приступаем к сборке.
за кадром собрал зеркала, но зеркала буду устанавливать уже после полной покраски, чтобы их не обломать, не сломать. Более они будут краситься в черный цвет, сам корпус будет краситься в зеленый. Поэтому решил делать так. Собрал бронещиток с дворниками. Его также установлю после того, как покрашу стекла, точнее нанесу оттенок зеленого прозрачным лаком Tamiya и закрою их масками. В следующей части, друзья, кому интересно, я начну уже модель красить, покрашу днище автомобиля в черный цвет и нанесу на автомобиль пришейдинг. Так что, кому интересно, оставайтесь на канале, кто не подписался, подписывайтесь. На этом, друзья, буду эту серию заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!